Хера себе, столбами разбрасываешься. Ну ты даешь. Блин, а я знаешь, что, кстати, зафейлил? Мне надо было ему выдавать, да? А там такая нормальная армия поедет. Во, кстати, знаешь, что я могу сделать? Смотри, что я могу попробовать сделать. Нет, я могу вообще обосраться очень жестко. Но могу, типа, и прикольно сделать. А вот будет кидать, нет? Броня не пробита. Нормально в итоге. Ну, я не ожидал, конечно, что я увижу там. Но пока что нехорошо. Так, нам надо в городе помогать, да? Надо в город ехать помогать. У нас, есть у нас проблемы там. Поехали помогать в город. Здорово, здорово. Опа, 62-й, да? Ну, 62-й. Кабалт, здорово, здорово, Кабалт. Тяжело, надо что-то комментировать, да? Короче, смотрите, ситуация какая. Я что в город-то приехал? О, Александр, спасибо, сейчас. Перерыв небольшой. Ой, да какой, ну, серьезно, что ли, броня не пробита. Понятно, я не сводился. Так, сходу, сразу так. Так. Командир, спасибо за ночной стрим, хоть не так скучно в дороге, удачи в ЛБЗ. О, спасибо, спасибо. Парни, философия, это, конечно, хорошо. Помочь нашей бабахе. Хорошо сказал, да, да. Да, время.
Так, здесь. В голосе пальцем нарез. Ну все херово, да? Так. Блин, тяжело комментировать на самом деле, потому что я этот, в мозгу там куча всяких процессов там туда-сюда. Вот, так, ну надо этих встречать, да? Ну я просто развел, ну я угадывал, честно, я понимал, что я могу танкануть, он же мог на меня смотреть. Я пытался его развести, и в итоге он развелся. Но в целом-то я угадывал. Так, надо туда ехать, перетягиваться. Там Т-57 хэви, да, еще надо убивать. Да ладно, ну как я тебя не пробил? Херетик Шон. Да не бери базу, ну серьезно, что ли? Хэппи-энда не будет, ребят. Хэппи-энда не будет, ребят. Погоня, погоня. Читер, хери-читер. Обидно, обидно.
Мастер, конечно, там все дела, но я не выполнил ЛБЗ. Форсаж 15. Форсаж 15, Минский драйв. Блин, обидно. Ну, мне, короче, этот. Я, знаешь, что-то понял. Когда снаряды заряжал, то у меня же там два снаряда, получается, было. Я тупанул. Ну, так и воина, 6000 урона. Суммарки почти сколько? Так, ну, короче, бой хороший был, согласен. Бой интересный, форсаж, дрифт, но можно было отыграть концовку получше. Зарешало, вот серьезно, очень сильно зарешало, что я не успел забрать Хэвика. То есть я должен был забрать Хэвика, наш босс живой, на босса они тратят силы, время, и я бы сыграл через другую сторону, скорее всего. Да-да-да, потели как могли, короче, в целом. Ну, нам повезло еще, АФКшная бабаха зеленая, которая могла дать, но все равно как бы... Не отменяя того, чтобы прикольно получился. Ладно, мастер. Да, обидно.